У нас был случай, когда человек дал нам фотографию свою собственную, да, он хотел затормозить свое старение. На свою собственную фотографию где-то в возрасте 9 лет, когда у него, нет, раньше даже, лет 5, что ли, ему было, и у него была сделана прививка против оспы. И он совершенно забыл об этом, и у него была активная реакция на эту прививку. Воспаление было и все такое прочее, активная наработка, так сказать, иммунитета против вирионов оспы. И через неделю использования вот этой матрицы, да, взятой всего лишь с фотографии, он заболел оспой. Он покрылся на процентов 50-60 язвами и в панике, значит, обращается ко мне, что делать. И я его спросил, что ты был с чем-то болен в этом возрасте? Он вспомнил, говорит, да, я совершенно забыл. Была прививка оспой, я сейчас это все хорошо помню. Я говорю, срочно давай другую фотографию, где у тебя уже иммунитет к оспе уже наработан. Либо до прививки. Он мне дал после, значит, наработки иммунитета. И через неделю он был здоров. Вот вам. Только что недавно было то же самое. Мы дали, значит, фотографию внука бабушки, которая больна раком. С тем, чтобы ее излечить. Информация взята от этого внука. А у внука в это время была мощнейшая аллергическая реакция на что-то. И в этот момент он делает фотографии. С него делают фотографии. И что вы думаете? Значит, бабушка вся стала чесаться. То есть она покрылась расчесами, и это было очень неприятно. И я опять сказал, давайте другую фотографию. Вот вам, так сказать, косвенные. Многие сомневаются. Говорят, что ну, что-то, как, что-то странное, это же вы делаете с фотографией. Нет, это нормально. За этим стоит физика. Бомовская физика или... Не только Бом выдвинул эту идею, это еще Беркович, Вернарский наш ученый, а коллективный бессознательный Юнга. Это все из той же оперы, понимаете?